столице Черногории, Подгорице, новый митинг против вступления страны в НАТО. Большая колонна демонстрантов прошла по улицам города к зданию парламента, требуя отставки руководства страны, которое держит курс на интеграцию с Североатлантическим альянсом. Это уже не первая подобная акция против вступления Черногории в НАТО. Выступают тысячи людей. Многие требуют как минимум провести референдум по данному вопросу. Несколько раз участников митингов разгоняли силой, были задержаны и пострадавшие.